Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Четвертая седмица Четыредесятницы. В неделю, когда церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, митрополит Аристарх совершил богослужение в кафедральном соборе Кемерово. Представитель от Кузбасса избран. Глава митрополии принял участие в голосовании за кандидатуру человека, который войдет в новый состав Общественной палаты России. В условиях распространения коронавирусной инфекции. В областной столице создана рабочая группа по деятельности Кемеровской епархии во время карантина. В память о владыке Сафронии. В день кончины первого архипастыря Кузбасса на его могиле совершена панихида. Молитвенный объезд. По благословению главы Кузбасской митрополии 29 марта кузбасские священнослужители совершили молитвенные объезды улиц городов области. Как это было в Кемерове, расскажем. Итоги 2019. Мы продолжаем знакомить вас с работой Кемеровской епархии за прошлый год. Четвертый воскресный день Великого Поста церковь посвятила преподобному Иоанну Лествичнику. Божественную литургию 29 марта митрополит Аристарх совершил в сослужении клириков Кемеровской епархии. Иисус же речеем, еже ачисто можешь и веровать, и все возможно верующим. И аби я возобив отец отрочать, и со слезами глаголоше, верую, Господи, помози моему неверию. Видев же Иисус, яко зричится народ, запрети духу нечистому глаголеем, души немы и глухи, асти повелеваю, изыди из него, и не к тому вниди в него. Сведения о жизни преподобного Иоанна, широко почитаемого в христианском мире, до нас дошло немного. Сириец по происхождению, родившийся предположительно в Константинополе, он 16 лет провел свою жизнь в монашеском делании на горе Синай. В долине Фола у подножия Синая преподобный после смерти своего наставника пребывал в подвиге и безмолвии на протяжении 40 лет. По истечении этого времени преподобный Иоанн стал игуменом горы Синай. Главным его трудом стала книга «Лествица», по наименованию которой святой получил свое прозвище. Книга эта является опытом святого по восхождению души человека от греховных устремлений к источнику жизни – Богу. Сегодняшний воскресный день, согласно церковному уставу, Святая Церковь прославляет память, жизнь и подвиги преподобного Иоанна Лествичника. Какое наименование он получил от того, что написал известную книгу «Лествица духовная». Вот в этой книге духовный путь христианина изображается как последовательное восхождение по ступеням, отречение от мира, борьба со страстями и очищение сердца. И вот эти ступени восхождения образуют как бы лестницу по-церковно-славянски или по-русски лестницу, по которой человек приближается к божественной благодати. В ней можно видеть, каким искусным врачом был преподобный, зная происхождение и способы излечения человека от духовных болезней и пороков. Самая большая ценность его книги в том, что он указывает наилучший путь исцеления человеческой души от этих духовных болезней. Эти главные средства, которые указаны в книге, это покаяние и плач о своих грехах. После прочтения Евангелия архиерей произнес проповедь, в которой дал толкование прочитанным ранее отрывкам из Священного Писания. На сугубой Евтинии были прочитаны прошения о единстве Церкви, а также об избавлении мира от пандемии коронавируса, утвержденные Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Затем архиерей вознес молитву о мире на Украине и молитву во время распространения вредоносного поветрия. Исцеление, как, впрочем, и любое другое чудо, которое совершал Господь, оно никогда не делалось насильственно, без воли и без желания самого человека. И вот человек участвует в этом божественном деянии,
посредством своей веры. Почему же необходима человеку вера, чтобы получить исцеление? А потому что, дорогие отцы, братья и сестры, источником нашей жизни является Творец, Господь и Бог, а следовательно, Он является и источником жизни. И для того, чтобы божественная сила вошла в нашу жизнь, в нашу личность и помогла исцелиться от болезни, нужно привлечь эту силу Божию, эту благодать. А эта сила привлекается только силой нашей веры. Хорошо об этом сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорит, сердечная вера есть уста и руки, приемлющие бесценный дар божественной благодати. По окончании литургии митрополит Аристарх поздравил прихожан с воскресным днем и преподал общее благословение. Общественная палата Кемеровской области избрала своего представителя в новый состав Общественной палаты страны. В заседании принял участие глава Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх. 24 марта на голосование были вынесены две кандидатуры – представителя палаты Дениса Рыбакова, члена комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами и общественной наблюдательной комиссией, а также Александра Крицана, члена правления регионального отделения Российского союза промышленников, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта. Наша с вами задача, единственная при голосовании, это сформировать сегодня Институт общественных наблюдателей. Вчера Общественная палата Российской Федерации собрала круглый стол с некоммерческими общественными объединениями и подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве именно в рамках вот этого голосования. Отметим, что формирование нового состава Общественной палаты страны началось в конце февраля. Сейчас проходит следующий этап избрания региональных представителей в ее состав. Я тоже достаточно хорошо знаю деятельность, то, что делает регион сервис, приходилось сталкиваться. Я знаю масштаб его деятельности, масштаб мышления и возможностей, которые сейчас вот в эти такое переломное время нужно будет нам решать. Прошу продвижать кандидатуру. Она будет действительно достойной помогать общественной палате в нашей области, всему Кузбассу. В ходе тайного голосования члены Общественной палаты Кузбасса избрали Дениса Рыбакова. За него было отдано 28 голосов из 42. Денис Валерьевич – руководитель коллегии адвокатов «Регион Сервис», крупнейшей юридической компании, имеющей представительство в нескольких субъектах России. Он считает, что чем больше проектов, реализуемых на федеральном уровне, будет связано с Кузбассом, тем лучше будет представлен интерес региона на общенациональном уровне и станет эффективнее работа с различными федеральными структурами. «25 марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх издал распоряжение о создании рабочей группы по деятельности Кемеровской епархии в условиях распространения коронавирусной инфекции. От епархиальных преосвященных поступают запросы в связи с обращениями представителей власти субъектов Российской Федерации относительно принятия мер по взаимодействию угрозе распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим рекомендуется следующее. Первое. Сообщать региональным властям об уже осуществляемых мерах в рамках исполнения инструкции настоятелям приходов и подворий игуменам игуменя монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Вот эта инструкция, она уже направлялась вам, она утверждена Священным Синодом 17 марта 2020 года, журнал номер 30. И второе, в связи с этим рекомендуется, в случае издания официальных актов региональных властей принимать, исходя из пастырских соображений и забот о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни. В скобках. Смотри, к примеру, циркулярное письмо первого викария патриарха Московской всей Руси по городу Москве 23 марта 2020 года о помощи прихожанам, находящимся в группе повышенного риска в связи с угрозой распространения в городе Москве
коронавирусной инфекции, сколько закрывается. В состав группы включены представители епархиального управления, Кузбасской православной духовной семинарии, настоятели епархиальных монастырей. Здесь выписка просто из самого главного, основного закона нашей страны, говорится. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу вероисповедания, включая право беспрепятственно совершать богослужения и иные религиозные обряды. Это 28-я статья. Данное неотъемлемое право не может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан, в том числе в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайных ситуаций, иначе как федеральным законом. Далее, в настоящее время федеральное законодательство не устанавливает таких ограничений. Статья 3 федерального закона о свободе совести и религиозных объединений гарантирует свободу совести, в том числе свободу каждого индивидуально или совместно с другими совершать богослужение. А статья 16 того же закона предусматривает право религиозных организаций беспрепятственно, в скобках, то есть без каких-либо запретов и ограничений со стороны государства, совершать богослужение, другие религиозные обряды и церемонии в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания, сооружения. Ну, имеется в виду крестные ходы, прежде всего, или какие-то другие мероприятия. Митрополит Аристарх напомнил членам рабочей группы о необходимости неукоснительного соблюдения в Кемеровской епархии инструкции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также следовании заявлению Священного Синода Русской Православной Церкви и молитве к Богу об избавлении от пандемии коронавируса. Тридцать 31 марта в Кузбассе молитвенно вспоминали высокопреосвященнейшего архиепископа Сафрония в день его земной кончины. Владыка Сафроний стал первым архиереем новообразованной Кемеровской епархии и прослужил церкви и Кузбассу в этом сане 13 лет. Он занимался организацией церковной жизни и сумел заложить тот фундамент, на котором и сегодня продолжается развитие православия на Кузнецкой земле. В этот день по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха о преснопоминаемом владыке молились во всех храмах Кузбасса. На могиле архиепископа панихиду совершили клирики Знаменского собора священник Петр Хить и диакон Вячеслав Ланский. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, Ангса Божия проповедавшая и закланивающая кожеранцы. На поминальное богослужение собрались сотрудники Кемеровского епархиального управления и прихожане кафедрального храма. Песнопение исполнил будничный хор собора под управлением Жанны Чеботаревой. Завершив панихиду, отец Петр призвал прихожан помнить почившего святителя и хранить о нем добрую память в своих сердцах. В этот же день в домовом храме Кемеровского епархиального управления митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил заупокойную литию по владыке Сафронию, а также по иерарху Сербской Православной Церкви и епископу Валевскому Милутину, первому православному иерарху, который погиб от коронавирусной инфекции. 26 марта архиерей Валевской епархии был госпитализирован с подозрением на заражение COVID-19, а 30 марта стало известно о его кончине. Боже, таков и всякий плоти, смерть по праву, дьяволу празднивый, живот мира Твоему даровал. Саму душу раба Твоего преснопоминаемого архиепископа Сафрония, вместе светлый, вместе злачный, вместе покойный. Отмет уже движе болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, соделанное им. Яко благий человек любит Бог, прости, яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бы един, кроме греха, правда, Сафрония. Кемеровская епархия поддерживала братские отношения с владыкой Милутином. Митрополит Аристарх посещал дружественную епархию. Ответный визит делегации из Валевской епархии состоялся в феврале 2020 года, когда в Кузбасс по благословению владыки Милутина прибыли священники Филипп Яковлевич и Александр Филиппович. По благословению главы Кузбасской митрополии 29 марта кузбасские священнослужители совершили молитвенный объезд улиц городов области. В
часовне Николая Чудотворца на выезде из города по Мариинской трассе молебен сослужили отцы Дмитрий Мошкин и Сергей Адудин. Благословен Бог наш, всегда в ней присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Своей же не яростью обличить, и не же гневом наказать и нас. Но помянуть яко плоти смы, дух ходя и не обращайся, и милостивно пощадите от смерти души наша. Господу помолимся, Господи помилуй. Но отврати страшный гнев твой праведно недвижимый, утоли губительное крещение. Устави грозный твой меч, невидимо безгодно секущий нас, и пощади нищих и убогих рабов твоих, и не затвори в смерти души наши в покаянии сокрушенным сердцем, и со слезами к Тебе милосердному, благоуветливому и благопривелительному Богу нашему припадающим. Твое бы есть и же миловать, и спасательны, Боже наш, Тебе славу воссылает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. После этого священнослужители проехали по улицам районов города с молитвой, осеняя их крестом и окропляя святой водой. Молитвой об избавлении от вредоносного поветрия духовенство городских храмов внесло свой молитвенный вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции. Во время объезда священники преподали горожанам пасторское благословение. В День памяти и скорби в Кемерове прошла международная акция «Свеча памяти» на Аллее Славы у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной, прошла заупокойная лития. Все прибывшие по традиции зажгли свечи и лампады, чтобы молитвенно вспомнить героев-кузбассовцев. Восьмого июля в Кемерове уже традиционно чествовали 28 пар супругов-юбиляров, отметивших юбилей совместной жизни. В этот день в Знаменском кафедральном соборе состоялся праздничный молебен, после чего для гостей провели экскурсии по соборному комплексу и музею «Красная горка», где юбилярам вручили архиерейские грамоты, иконы святых Петра и Февронии Муромских и книги с жизнеописанием святых благоверных князей. День завершился праздничной трапезой и трансляцией фильма, посвященного пятилетию Кузбасской митрополии. В ведении отдела организация встреч правящего архиерея с представителями общественности. Так, например, накануне нового учебного года митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел ежегодную встречу с ректорами кузбасских вузов. Соорганизатором мероприятия, в котором также приняли участие муфтий Тагир Хазрат Бекчентаев и представители администрации области, стал и отдел по работе с молодежью. На встрече обсудили вопросы соработничества церкви и учреждений высшего образования в деле духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!